До конца года 79 многодетных семей Химок получат земельные участки. Таким образом, реализуется программа администрации в рамках закона Московской области. Каждой семье совершенно бесплатно предоставят по 10 соток в Клинском районе. Кстати, коммуникации тоже предусмотрены. По границе земельного участка у нас проходит электричество и газ. При этом многодетным семьям необходимо создать какое-то некоммерческое общество для того, чтобы подвести уже эти коммуникации непосредственно на каждый земельный участок. Соответственно, с водой такая же история. Использовать участок можно для строительства дома или дачи. На эти же цели теперь можно направить и материнский капитал. Подобная практика для округа не нова. В прошлом году свои земли получили 280 семей. Очередь на предоставление участков многодетным почти закрыта. На следующий год в ней остаются всего 6 семей.